Меня просто заебали те люди, которые мне говорят, что я какой-то особенный. Я нихуя не особенный. У меня не было ни особенных, блядь, связей, ни особенных родителей, ни особенных, там, блядь, ситуаций в жизни. Мне всю дорогу, блядь, палки в колеса суют, нахуй. Всю мою карьеру, там, и так далее. Но я, блядь, иду, сломя голову, нахуй, и получаю результат. Вот, блядь, я живой пример, нахуй. Ребята, если вы хотите чего-либо добиться, то вы просто, блядь, делайте это каждый день, нахуй. И думайте об этом. И не останавливайтесь, блядь. Не бойтесь чужого мнения. Рот всех ебите, нахуй. И просто делайте. Так вот, когда ты что-то начинаешь делать, у тебя есть какая-то там мечта, какая-то цель, ты пробуешь что-то новое, и ты этим горишь, постоянно будут те люди вокруг тебя, которые в тебя не верят. И которые будут тебе говорить, что нахуй тебе это надо, ты занимаешься полной хуйней, вот лучше этим займись, там, и так далее, и тому подобное. Ну, всю дорогу так было. Вот я музыкой занимался, всю дорогу по музыке так говорили. Я начал спортом заниматься, мне говорили, там, всю дорогу, нахуй тебе это качалка, ты там, блядь, травмируешься, да и так нормально там и так далее и тому подобное. Я начал заниматься, блядь, смешанными единоборствами, мне начали говорить, да успокойся ты, вон там, ходи в качалку, лучше потягай железо, лучше выглядеть заебись, чем нахуй по башке получать там и так далее. Блядь, если у тебя есть какая-то, блядь, мечта и цель, ты просто иди и нихуя, блядь, не бойся, иди, блядь, если страшно.